Всем привет, с вами Эдуард. Сейчас мы поговорим о велосипедных фонарях. В данном случае у нас представлена модель от компании 3B, называется BLS78. Это задний светодиодный фонарь. Тип питания у него идет от батареек, в комплекте две мизинчиковых батарейки типа 3А. У фонаря два режима света, это постоянный свет и режим мерцания. В постоянном свете фонарь проработает 120 часов, в режиме мерцания 240 часов, как заявляет производитель. Яркость фонаря в обоих режимах составляет 5,5 люкс. Сам фонарь выполнен из пластика, как и крепление. Крепление устанавливается по современным стандартам на подседельный штырь. Подседельный штырь минимум должен составлять 26 мм, максимум 32 мм. Также у самого фонаря сзади идет клипса, с помощью которого фонарь можно прикрепить на рюкзак, либо на сумку велосипеда, которая устанавливается на багажник. Фонарь является влагозащищенным, так что вы сможете в любую погоду ездить на велосипеде, и ваш фонарь не повредится. Хочу отметить, данная модель фонаря относится к бюджетной линейке. Это несомненный плюс, что позволит вам сэкономить ваши деньги. Вот. А минусом я бы отметил, это достаточно большие размеры фонаря. Все современные производители, даже бюджетные, у многих брендов, либо среднего ценового сегмента, они чуть ли не в два раза меньше, чем данная модель. Ну и немаловажным моментом хочу заметить, как и говорил ранее, фонарь работает от батареек, это своего рода как и плюс, так и минус. Минус это в том, что вам придется постоянно покупать их. Это минус к вашему бюджету, и также вы будете засорять окружающую среду. Так что я бы порекомендовал лучше присмотреться к моделям на аккумуляторах. У них срок службы во много раз больше, чем батарейки. Сама компания 3B является голландским брендом, а сама продукция у них производится в Тайване либо в Китае. Вот, это очень крупный производитель, у них большая линейка аксессуаров, так что без проблем вы можете какие-то другие аксессуары подобрать под свой вкус и под свои запросы. Это был обзор на задний фонарь от компании 3B, модель называется BLS78. Если вы хотите более подробно ознакомиться с данной моделью, приходите в любой из наших магазинов «Велострана», где вы всегда получите качественную и грамотную консультацию от наших специалистов.